за наше понимание. А всем лишним мы говорим... Давай, до свидания! Ну давай, поехали! Хочет фу-ку-ку, давай до свидания. 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 Болгарский перец на измене не следил за троном, не фильтровал трассу, утрамбовал прессу. Хотел помериться хуями славы школы, а оказалось хуй-то маленький король голый. То говно, что засохло, больше не всплывет. Откроешь рот, получишь туда свежий твит. А ты пока своди дружков на свидание, а мы тебе споем, давай до свидания. Сумасшедший, о, сошедший с ума. Просто попса тебе некуда сойти. Да, мы тут пиарим альбом Swag. Бронепоезд MC едет на мели. И я не номинант, ты не номинал. Ты, видимо, колдун, если ты дуешь хал. Как ты тарелки любят лищи на планетяне. Ты не тянешь, давай до свидания. В битве престолов кого-то явно посадят на кол. Филипп будь в тренде уже на сиюбке в пол. Поставь Азиза Мразиша на рабочий стол. Хотя стоп, вольните с ним совместно в альтон. Джигурда, джигурда, джигурда. Как заклинание, чтоб ваша мода не коснулась меня. Вы все поете как мужик, что поймал изяр. Ты кто такой? Давай до свидания. Вот я, пистол тут известный. Любит Москва, хоть тут не местный. Платит продюсер, хоть сам нечестный. И весь твой талант, как будто протезный. На день рождения министра спеть под фано достижения в жизни. Так суждено, что твое признание будет стоить одного упоминания. Ты кто такой? Давай до свидания. Шоу-биз, он слаще, чем доктор Пеппер. Сосется, как Барбарис. Все наши мужские звезды напоминают красоток в Паттайе. Я уйду из рэпа, если Рома Жолудь зачитает. Мы не формат, и знаешь, я этому рад. Не радует наша эстрада, будто бы дали под зад. А может и взад, дабы найти понимание. Ты кто такой, а? Давай, до свидания. Шоу-биз постарел, будто машины ляжки. И ты не станешь моложе после пятой подтяжки. Тут пахнет цирком, но всем не страшно. Тут завоняло кал-фил и пеня не заплашено. Все они знают, куда гонит стадо. Эстрада любит плату, но открытый рот на запад. Знай, ты не другой, а скорее другая. Ты кто такой? Давай до свидания. Давай до свидания с микрофоном, дядя. Бля, определяю я тебя не глядя. Это же тебя целовала Алла. Так что завали, завали, не пала. Так или иначе, кто круче, кто кляча. У кого волосня и кто плачет и клянчит. И я всем желаю приятного питания. И кто такой, давай до свидания. Один дом, глаза под капюшон. Филя один дома и никто не приглашенный. Тут маски шоу, черный балахон. В руке косой, на плече магнитофон. Какой страшный сон, МС вышли на ринг. Тону байт и иди вон. Твой голубой вагон бежит для... Ты кто такой? Давай до свидания. Не новая волна, механа. У нас тут бить до дна, вы тупей говна. Устройте гей-парад, кто пизди вандал. Вы блядский криминал, мы трэш-метал. Орудие летал вместе с артом. Зашей себе анал и ляг в финал. Сколько я вас не видал, вы смотритесь как бабльгам. Изо рта ветлицкой Натальи. Повесь на себя все свои медали. Ты кто такой? Давай, до свидания. Шоу-бизи, нет-нет, я мимо. Он слезоточив, будто резанный Чиполлино. Этот старый хлам ощущает себя незаменимым. Просится мат, будто в 100-500 у Максима. Филипп неплохо дерется, но лишь с одним нюансом. Чтоб драться с мужиками, нужны хотя бы яйца. И после трека вся эстрада пишет завещание. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания.
кокошников, бурановских бабушек. Ага. Вашу музыку давно пора прописать бы на кладбище. Ко-ко-ко-ко-ко, контролать, делить, нажать на клавишах и к черту прикрыть всю вашу пеструю лавочку. Запах нафталина порядком раздражает ноздри. Звезды, ваш голый эпатаж, единственный козырь. И как повторяли неоднократно мы ранее, эй, ты кто такой? Давай, до свидания. Только будто потрахай, щелкая по каналам, я стал путаться в малахах. Выход на проблемы по ТВ, мне хочется взяться за сердце. Голый король не соизволит здесь даже отец. Его глаза упорно ищут перцы, но перца нет, Филя расстроится, прикроет дверцы. Все это кара, твое наказание. Эй, ты кто такой? Давай, до свидания. Слышу тебя круто, слышу тебя там, это же тебя ждет Алла-Алабама. В любое время суток напрягаешь мину, но я не отвечаю за эту писанину. Будем откровенны, это не эстрада, это даже не поп, но твоя поп-парада. Ты так далеко, а я без понимания, кто ты такой, давай до свидания. Дело не в эфире, и дело не в сервизе. Ищите другой смысл в моей репризе. Здесь как история с Лужковым у руля, где посрывала мачты у корабля. Шел вниз, поднимись, хватит стоять раком. Медиаресурсы полируют тебя лаком. Пришло время поменять сознание на фразу не формат, ответ давай, до свидания.